Фильм о борьбе советских чекистов с германскими агентами, оставшимися на нашей территории после окончания Великой Отечественной войны. В 1947 году в Артеке впервые решили провести международную смену. Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решили отравить детей. Но главная их цель – убийство Сталина, которого ждут на открытии смен. Разоблачить иностранных агентов смогут только самые проницательные чекисты.